Круизные линии благополучно начали свое плавание. Это речь идет сейчас об MSC Grandiosa, один из самых крупнейших лайнеров в компании круизной линии MSC. Она успешно стартовала из Гены 16 августа, 23-го закончила, уже 23-го отправилась уже в круиз снова. Это был круиз по Средиземноморью, в основном итальянские страны, города, плюс Мальта. 90% составляли пассажиры Италии, 10% это были французы. Значит, пока в соответствии с вот этими новыми принятыми протоколами здравоохранения все хорошо. И практика показала, что эти протоколы очень успешно работают. То есть ни один пассажир не заболел, пассажиры находятся в 100%, так сказать, безопасной атмосфере, все нюансы продуманы. Да, количество пассажиров уменьшено. Например, на MSC Grandiosa у них вместимость 6339 человек, а было всего 1500, 1000 село в Гену и 500 еще подсоединились в других городах. Достаточное пространство, соблюдены все меры по дезинфекции, внедрены некоторые изменения в обслуживание на шведском столе, больше за вами ухаживают, вам больше накладывает официант, есть возможность заказывать предварительно, даже выбирать еду в онлайне, и вы приходите уже на вашем столе, уже все то, что вы хотите, будет стоять на вашем столике. Следующие моменты, которые касаются организационных вопросов, это экскурсионная программа. Сейчас она предлагается только лишь со стороны круизной линии. Самостоятельные экскурсии сейчас не предусмотрены, за что, собственно говоря, одна семья не была взята на борт на Мальте, когда они отправились на самостоятельную экскурсию. Потому что круизная линия несет за нас, за пассажиров, стопроцентную ответственность. Они нас приняли, они нас протестировали, и они за нас несут ответственность, чтобы мы не заболели. Поэтому транспортные средства, которые нас передвигают от лайнера, скажем, на экскурсию, они обрабатываются с особой тщательностью. За этим, опять-таки, это ответственность круизной линии. Поэтому к этому нужно относиться с пониманием. И одна семья не была посажена на борт, потому что у одного человека обнаружили позитивный тест при посадке. Вот, и поэтому все те люди, которые с ним ехали в одном фургоне, им тоже было отказано в посадке, а пройти хотя бы какое-то дополнительное обследование. Вот, собственно говоря, и все. Внесены изменения небольшие в, так сказать, участие в развлекательных программах. Если это какое-то шоу и предполагается закрытое пространство, закрытый зал, то на круизной линии вам предложат предварительно зарегистрироваться в онлайне, и потому что вместимость зала предполагает определенное количество людей, и желательно, чтобы это количество людей не превышало допустимые нормы. Те люди, которые не посмотрели, например, это шоу в этот день, они смогут посмотреть другой день, но помимо этого шоу еще достаточно других каких-то развлечений. То есть все остались очень довольны, и опять-таки максимально многие вещи переведены в онлайн, минимальное дотрагивание до каких-то поверхностей, уже вместо ключей, которые в виде карточки, уже есть такие вот интересные браслетики, которыми, собственно говоря, можно везде пользоваться и открывать все двери. Вот. Ну и надеемся, что скоро уже, как круизные линии заявили, уже будут потихонечку присоединять уже иностранных пассажиров. И второй лайнер от MSC, который должен был стартовать вот, параллельно с Grandiosa, это MSC Magnifica, отложен их рейс до 6 сентября, потому что маршрут включает еще Грецию. И, наверное, еще не согласованы вот эти моменты с греческой стороной. Поэтому ждем 6 сентября. Но, во всяком случае, новостей очень много положительных. Да, и в Америке вот была FDA, одобрила такой быстрый тест, который тоже, может быть, будет доступен скоро всем в виде пластиковой карточки, где не нужно ждать 1,5-2 дня или сколько там, за 15 минут он уже показывает, так сказать, состояние человека. И, скорее всего, может быть, скоро это будет применено не только на круизных линиях, но еще и в аэропортах, в школах, в таких вот в общественных местах. Это замечательно. То есть, друзья, не унываем. Не падаем духом, все будет хорошо, туризм возобновляется. Что я хочу вам сейчас сказать?
Если вы планируете свой отдых, а у нас сейчас какая ситуация? Люди соскучились по путешествиям, люди хотят путешествовать. И что случится, в общем-то, когда границы откроются, да, начнут заказывать, вот сейчас открыта Турция, Египет, да, люди достают деньги со своего кармана, идут покупают Турцию, идут покупают Египет, цены, скажу вам откровенно, на ту же Турцию не дешевые, вот, и, собственно говоря, это остается статьей расхода для многих семей, для некоторых это уже немножечко сложновато, для некоторых это еще нормально, но что предлагаем мы? Мы предлагаем вам присоединиться к нашему клубу, где вы сможете немного по-другому организовать свое путешествие. Как вы покупаете круиз, если вы его покупаете, да, вы идете в турагентство, либо находите где-то в онлайне, заказываете его предварительно, обычно это 4 месяца, а то и полгода, да, заказываете его за 75, за 100 дней, вам нужно его 100% проплатить, определенный круиз, который вы выбрали. Конкретный круиз, который вы выбрали на конкретную дату. Вы его проплачиваете в 100% объеме, ну и сидите, ждете, да? Что предлагаем мы? Мы предлагаем на туристам, тем людям, которые любят путешествовать, присоединяться к нашему клубу в качестве нашего члена, нашего партнера, независимого партнера, где у них есть выбор из 5000 круизов, любой продолжительности, любой круизной компании, любого времени в течение 2 лет, да, вы можете выбирать порт отправки. То есть у вас в доступе глобальная база круизов, которую вы выбираете сами, когда вам ехать, с кем вам ехать, как вам ехать, откуда вам ехать и так далее. Вот, вы выбираете себе этот круиз, а предварительно вы становитесь нашим, так сказать, членом, партнером, активируете собственный круизный счет, на который вы сами аккумулируете собственные деньги по $100 в месяц. Компания каждый месяц их удваивает. Вот, например, сегодня вы присоединились к нашему клубу, активировали свой счет, получили доступ к глобальной поисковой системе, задепонировали свой $100. Компания тут же их превратила в 200 круизных. Это наша такая эксклюзивная программа, по которой мы увеличиваем вклад. Следующий месяц то же самое, но у вас уже в доступе на 14-15 день вся наша круизная база, и вы можете уже использовать не 100, которые вы положили, а $120, да, для того, чтобы отправиться в путешествие. Есть путешествия, которые стоят и $59, есть путешествия, которые стоят и 120, есть и 500, да, то есть в зависимости от цены, но вы можете уже на 15 день пользоваться поисковой системы, бронировать. Если выбираете более дорогой, доплачиваете что-то со своей карты, но у вас уже есть возможность выбирать то, что вы хотите, когда вы хотите. Если же вы хотите максимально сэкономить, есть возможность немножечко, так сказать, накопить себе вот этих вот круизных долларов. Но выбирать любой круиз, когда вам захочется, цена будет однозначно ниже, где бы то ни было. У нас эксклюзивный клуб, у нас цены, которые вас приятно удивят, и я их периодически, так сказать, показываю. Вот. И выбирать то, что вы хотите. Например, на сегодняшний день у нас есть круиз. Вот я для себя выбрала круиз и для своих друзей по странам Персидского залива. С 4 декабря по 11 декабря. То есть 7 ночей или 8 ночей там получается. $547. То есть фактически это еще в 2 раза дешевле. Покажите мне, пожалуйста, такие цены. Вот. Поэтому, если вы планируете свой отдых, то, пожалуйста, продумайте это сейчас, воспользуйтесь вот этой программой. Я уже не раз ездила с нашим круизным клубом, и хочу вам сказать, что здесь еще вторая замечательная опция – это превратить свою статью расходов на отдых в статью доходов. Каким образом? В таком случае вы становитесь партнером нашего клуба, не так, как я, да? Я один раз заплатила за партнерство, и я имею право рекомендовать персональную, так сказать, возможность заказа своих круизов другим людям. Каким образом? У меня есть реферальная ссылка на сайт, у нас закрытый клуб, и я отправляю эту ссылку другим людям, которым рекомендую воспользоваться нашей системой. Они присоединяются к нашему клубу, и после того, как ко мне присоединяется 5 человек, по моей рекомендации присоединяются в наш клуб, я уже себе не откладываю на круизный счет. Мне компания говорит большое спасибо, Татьяна, да, за промоушен. Мы вам с этого времени уже $200 платим на ваш счет. То есть что у меня получается? У меня получается, что я
За каждого приглашенного человека мне компания заплатила, так называемый кэшбэк, да, бонус, мгновенный бонус. Я получила 50, 60, 70, 80, 90 долларов, да. И я еще получила возможность после 5 рекомендаций путешествовать безоплатно. То есть у меня есть уже 350 долларов за мои 5 рекомендаций, и у меня на круизном счету уже накапливаются деньги, их уже приличные, там уже 4 тысячи, вот, накапливаются уже деньги на мое путешествие. То есть на сегодняшний день я бронирую уже не один круиз на декабрь, я еще рассматриваю второй круиз, это на, с 28 апреля где-то по 10, по 12 мая. Это туда входит еще и Италия, Португалия, Испания, Германия и Дания, Копенгаген, да, заканчивается в Копенгагене. То есть он тоже по достаточно приемлемой цене, тоже около 600 круизных долларов, то есть фактически это половина. Но для меня уже, поскольку мне компания платит на мой круизный счет каждый месяц по 200 круизных долларов, ну, соответственно, этот круиз безоплатный. То есть что у меня произошло? Я фактически превратила статью расходов на свой отпуск в статью доходов. И я могу, как партнер клуба, я могу с собой брать в круизное путешествие по вот этой цене, не партнеров клуба, допустим, столько человек, сколько я хочу видеть в своей каюте. Это может быть сьют, это может быть, у нас есть так называемый яхт-клуб, это самые крутые каюты, да, вот, которые могут вмещать там, скажем, 4-5 человек. Да, это может быть что-то лакшери, это может быть что-то поскромнее. Все зависит от того, что я выбираю. И на какое количество дней. То есть ежемесячно компания после 5 рекомендаций, которые я сделала, мне ежемесячно на мой круизный счет я получаю 200 круизных долларов. Я не расходую деньги со своего кармана на свое путешествие. И параллельно, если я продолжаю рекомендовать, если я параллельно продолжаю приглашать наш клуб, мне компания платит еще на мой счет, который деньги я получаю на карточку. Это уже деньги в американских долларах, которые я могу использовать там в том же супермаркете, купить кефирчик или же пойти там что-то себе купить другое, или снять деньги в банкомате, или же откладывает там на квартиру, машину там и так далее. Платит здесь очень щедро и без всякого промедления. Знаете, что хочу вам сказать, что именно за время пандемии, за время карантина к нам все больше и больше людей присоединяется, потому что компания платит. У нас платят деньги и платят так, как положено. Если это мгновенная выплата, она приходит мгновенно. Если это ежемесячная уже у вас выплата, которую мы получаем там от 600 долларов, да, она приходит, скажем, 5-20, да. То есть проблем с этим нет. И мы продолжаем расти, потому что наши круизные доллары не имеют даты использования, expiring dates. Они могут, я могу их использовать сегодня, я могу их использовать через год, через два года. С этим проблем нету, потому что у нас долгосрочные договора со всеми основными круизными линиями мира. И я свой круиз могу заказать, когда я хочу. А тот круиз, который, например, не состоялся, был аннулирован по причине вот форс-мажорных обстоятельств, карантина там и так далее, я получила 100% возврат. 100% возврат, 100% партнеров, членам нашего клуба, мы все получили возврат наших денег обратно на наш круизный счет. Вернее, туда, откуда он был проплачен. То есть, если эта часть была на круизный счет, вернулся на круизный счет. Если часть была на, там, скажем, банковской карточке, вернулась на банковскую карточку. Без проблем. Я думаю, что ни одно туристическое агентство вам таких гарантий никогда не даст. То есть, что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем вообще уникальные вещи. Мы имеем глобальную поисковую базу. Сейчас у нас 16 основных круизных линий, а невзирая на пандемию, к нам присоединяются еще две линии, Аида, Pullman Tour. А в планах еще, вот компания объявила, к нам будут подсоединяться еще 15 линий. Это в основном река, море, потому что у нас море-океан, у нас огромные лайнеры. Да, то есть в нашей базе мы будем иметь 30 круизных линий, выбирать любое направление,
выбирать любую продолжительность дней от одного дня до полугода, там кругосветка, там все, что хотите, да, это могут быть Бермуды, Сейшелы, Мадагаскар, Маврики, Бора-Бора, Арктика, Антарктика, Аляска, все, что хотите, да, и мы выбираем сами себе дату, продолжительность от одного дня до полугода. Один день, даже вот один день. Вам, например, нужно съездить из Генуи в Марсель. У нас есть, оказывается, круиз, да? Когда вы получаете все 33 удовольствия, только лишь вступив на этот лайнер, и вам, допустим, надо добраться из одного места в другое всего за 39 круизных долларов. 39 круизных долларов. Это 24 часа в сутки еда, джакузи, спортзалы, всевозможные развлечения, которые включены, да, и вы прибыли из Марселя в Гену или наоборот. Вам нужно взять билет на самолет, такси или трансфер в аэропорт из аэропорта, да, отель, который стоит, все знают, в Европе 60 евро, наверное, да, только на завтраке, покушать еще где-то, ну и о никаких развлечений, конечно, уже речь не идет, ни о каких джакузи. То есть понимаете разницу, да, какие тут возможности? Либо вы занятый босс, у вас, естественно, ограниченное количество дней отпуска. Что вы имеете? У нас здесь на 3, на 4, на 2 дня. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Любое количество дней. Вы уже знаете, там вы уже себе запланировали. Прыгнули в самолет, полетели, отдохнули, семью вывезли на выходные, все, вернулись опять к своей работе. То есть потрясающе. Вы выбираете. И поисковая система нас выводит непосредственно на круизный лайнер. То есть я еще выбираю себе кабину, такую, всякую, внутреннюю, с балконом, с террасой, столько-то метров, столько-то метров, на такой палубе, на такой палубе. Ну, конечно же, не переплачиваем, конечно же, у нас это все по доступным ценам. Я даже могу себе выбрать еще конкретно круизный лайнер и круизную линию, круизный лайнер, если мне не все равно, да. И я могу себе выбрать даже порт отправки, то есть откуда мне удобнее, например, отправлять. То есть все это я выбираю. На нашей базе все это я самостоятельно заказываю. То есть понимаете, какое, что у нас в руках? У нас в руках круизный букинг. То есть я это все выбираю. Мало того, изначально вот благодаря этой программе 1 к 2, за 1 доллар у меня 2 круизных, у меня самая низкая цена. Вот я плачу в 2 раза дешевле, у меня чем самая низкая цена вообще можно себе представить, да, и я себе спокойно себе делаю тогда, когда я хочу. В случае, если что-то случилось, мне в 100% объеме возвращаются деньги. Не это ли фантастика? По-моему, это замечательно, да, ни одно турагентство вам их не вернет. Вот, и второе преимущество, которое есть, ну, скажу вам откровенно, такого клуба больше нету, что бы там ни говорили вокруг. Понятное дело, много недоброжелателей, потому что туристические агентства нас не любят, мы у них забираем хлеб, потому что один раз человек у нас зарегистрировался, он уже будет путешествовать только с нами в круизах. Да, мы показываем, что это возможно, это доступно, это для человека с обычным уровнем зарплаты. Мы обучаем, как пользоваться поисковой системой. И в случае, если человек хочет еще здесь иметь какой-то экстра доход, особенно сейчас это популярно, потому что практика показала, что сейчас очень важно иметь тот вид бизнеса, который можно вести онлайн из дому, да, из каких-то закрытых помещений, карантины, да, из любой точки мира, иметь возможность сделать это глобально, да. Ну вот, собственно говоря, у нас есть такая возможность. Что мы делаем? Мы рекомендуем людям присоединяться к нашему клубу. Вот это вся наша тяжелая работа. Каким образом приглашать их на презентацию? Мы проводим презентации, вебинары. У нас потрясающий веб-офис, в котором есть абсолютно все мирового класса. Я, честно скажу откровенно, я понимаю, что туда вложены огромные деньги в разработку. У нас есть безоплатные, уже включенные вот в этот пакет веб-комнаты, где вы можете проводить любые встречи с любой точкой земного шара. То есть абсолютно все. На 17 языках. Не надо знать как бы все языки, можно кликнуть на кнопочку, вся информация переведется, все видео, все дополнительные материалы переведутся на другой язык. То есть фантастическая возможность. Я плачу один раз 195 долларов за первый год, я уже второй год в Энкрузисе, я плачу только 95 долларов за целый год пользования веб-офисом.
веб-офисом, который стоит сумасшедшие деньги, в котором есть все ресурсы, все инструменты, все курсы, все тренинги, программы, все, что хотите, PDF-файлы, такие-сякие, видео, шмидио, все, что хотите. Вот. Я плачу всего $95 за пользование этим потрясающим веб-офисом. И меня еще компания все время учит бесплатно. Понимаете? Вот. Поэтому что я делаю? У меня есть моя реферальная ссылочка на сайт. Когда я становлюсь партнером, у меня эта возможность появляется, я ее отправляю людям, они смотрят сайт, потому что без реферальной ссылки на сайт никак попасть нельзя. То есть я отправляю эту ссылку, человек смотрит информацию, я его приглашаю либо на вот, встречу, либо на презентацию. Вот, собственно, да, моя такая тяжелая работа. И если человек хочет здесь еще получать доход, я просто ему показываю, как это возможно. И, скажем откровенно, цифрами пугать не хочу. Вот, но мы продолжаем расти 400% в год, и за вот даже август месяц к нам присоединилось еще новых 2500 людей со всего мира, да, к нашему клубу за август месяц. Вот. Ну, потому что люди, когда разбираются, понимают, они понимают, что, наверное, в любом случае всегда, всегда приятно не переплачивать собственные деньги, а если есть возможность иметь какие-то дополнительные доходы на очень простых вещах, просто на рекомендациях, просто на приглашении, почему бы нет? Причем такой потрясающий клуб. Таких больше нету, говорю вам абсолютно серьезно, да. Мы первый, единственный международный круизный клуб, у которого прямые договора с основными круизными линиями мира. Мы обеспечиваем их постоянным потоком пассажиров, потому что они растут и растут, круизная индустрия растет, развивается, невзирая на карантин, новый лайнер спускается на воду. Вот 20 августа был спущен на воду шикарнючий круизный лайнер MSC Shore, круизная линия MSC. Это будет один из самых больших лайнеров, вообще построенных в Италии. Он уже отправлен в мокрый док для того, чтобы там происходили работы по оборудованию интерьера внутреннего. И с июля 2021 года он уже будет осуществлять плавание в Западном Средиземноморье. Вот. И это не один лайнер. Вот, это я вам к примеру привела, да, то есть невзирая на карантин, вот такие вот вещи происходят. Круизные линии не стоят на месте, они развиваются, это одна из самых богатых индустрий, это одна из самых гибких индустрий, это одна из самых быстрорастущих индустрий сейчас, потому что статистика нам говорит, что 90% людей, которые один раз побывали в круизе, они возвращаются туда снова и снова. Ну почему? Ну потому что отпуск у нас у всех ограничен, да, потому что за одно круизное путешествие в расслабленной атмосфере на шикарном лайнере, где 24 часа в сутки потрясающая еда, где развлечения всевозможные от профессиональных команд, типа бродвейского шоу, там, цирка Дюсселей и так далее. Да, это все включено. Где у вас всевозможные спортивные мероприятия, мастер-классы и так далее. То есть вы перемещаетесь в атмосфере совершенного релакса и такого, знаете, удовольствия. Вот, романтическая атмосфера. Вы перемещаетесь из одного порта в другой. Вы каждое утро в новом порту. Вы смотрите новые-новые страны. То есть за одно путешествие у вас есть возможность посетить 3-4 страны, 7-8 городов. Но, конечно же, вам не нужно бегать с чемоданом, паковать, распаковывать все, бегать там по трансферам и так далее. Вы выступили на лайнер, все. Все. Вы уже отдыхаете. И при этом вы познаете мир, встречаете новых людей. Ну и вообще это, конечно же, такие незабываемые эмоции, впечатления. Вот, поэтому он становится очень популярным, такой отдых. И один раз люди попробовали, они хотят туда вернуться снова и снова. Поэтому это сейчас очень востребовано. И в ближайшее время, невзирая на карантин, будет спущено на воду еще около, ну, разные источники говорят по-разному, 113 новых лайнеров. Я не знаю, какие учитываются, какие нет, потому что уже часть уже спущена. Вот, в течение 10 лет это огромные деньги. Те люди, которые эти, так сказать, инвестиции сделали, они хорошо понимают, какие прибыли их ожидают. Карантин закончится, сейчас очень много всевозможных, так сказать, мер принимается, это и новые протоколы по обслуживанию пассажиров, это еще новые новшества, другие новости будут нас ожидать, не хочу пока озвучивать. Вот. Но все будет нормально, туризм возобновится, и одна из первых индустрий, которая возобновится, это будут круизные лайнеры, это будет круизное путешествие.
С нашим клубом у вас есть возможность путешествовать 3-4 раза в год, потому что у нас совершенно другой стиль жизни. Когда вам компания начинает за это платить, за чуть-чуть ваше, ну, просто продвижение из уст в уста, да? Самая мощная реклама из уст в уста. Какую бы рекламу мы где бы ни видели, мы все равно друг другу рекомендуем. Это самая мощная реклама. И на сегодняшний день любой бизнес в онлайне, он построен на рекомендациях. А наш клуб, да, закрытый клуб, и сюда люди приходят по приглашению. Просто так нельзя попасть на сайт. Значит, нужно либо стать партнером, либо просто туристом, активировать свой доступ к поисковой системе, накапливать свои деньги на себя же, не на компанию, на себя же, да, накапливая свои деньги, экономя, получая кэшбэки, получая бонусы, вот, получая самые низкие цены вообще. Где вы такое найдете? И вторая опция – это когда вы уже еще получаете оплату за свои рекомендации. Вот. Ну, вы и так все рекомендуете, только бесплатно. Поэтому рекомендуйте и получайте вознаграждение. Приглашаем всех, присоединяйтесь, задумайтесь над тем, как вы хотите провести свое предстоящее путешествие, какие путешествия вы хотите. Да, можно купить пакет, скажем, в Турцию или в Египет отправиться, или еще куда-то. Сколько это будет стоить? Вам придется доставать деньги со своего кармана, да? Многие поиздержались, многие сейчас ищут какую-то возможность зарабатывать в онлайне. У вас есть, да, какая бы работа у вас ни была, у вас есть возможность здесь получать дополнительный доход, сидя дома, работая в онлайне. Вот. И, вы знаете, зачастую к нам 95% людей приходят, они рассматривают эту возможность как дополнительный доход. Но когда их дополнительный доход начинает в разы превосходить их основной доход, они тогда уже думают, а что мне в этой жизни надо? А какие у меня планы? А какие у меня цели? А сколько я еще собираюсь прожить? А вообще я задумывался над тем, что мне в этой жизни интересно и что я делаю того, чтобы вот свои мечты осуществить. Делаю ли я сегодня что-то, что мне завтра позволит, допустим, путешествовать безоплатно, да? Делаю ли я сегодня что-то, что я завтра могу получить, там, купить себе квартиру там, или апартаменты? Знаете, хочу вам сказать, что здесь мечты сбываются, здесь меняются жизни сотен тысяч людей со 178 стран уже за 4 года. Это не сказка, это реальность, потому что пока что в выплатах у нас потолка нету. И продукт у нас уникальный, да, и рынок огромный. Мало людей путешествуют в круизах, они думают, что это очень дорого, что это недоступно. А мы показываем, что это доступно, что это может быть не только еще доступным и возможным, а может быть еще и прибыльным. То есть много положительных моментов сотрудничества с нашим клубом. Рассмотрите, спросите, пожалуйста, расспросите профессионалов. Не опирайтесь на мнение диванных экспертов или тех, кто вообще ничего в своей жизни никогда не делал, ничего не достигал. Выйдите из этой зоны, подумайте над тем, вот сегодня, а что я в этой жизни хочу? Хочу ли я пропутешествовать в круизах? Хочу ли я иметь достаточное количество денег? Здесь платят. Платят очень щедро. Я думаю, что стоит ознакомиться с планом выплат. У разных людей разные планы, у разных людей разные цели. Все зависит от целей и планов. Вы хотите иметь небольшое дополнение к своей основной зарплате, небольшой доход? Это возможно. Вы хотите иметь чуть-чуть больше? Это тоже возможно. Вы хотите иметь здесь большой бизнес? Это тоже возможно. И у нас есть достаточное количество людей, которые подтвердили, что да, этот большой бизнес здесь работает. И большие деньги здесь есть. И их платят. И платят хорошо и регулярно. Мы имеем дело с американской компанией, репутабельной компанией, у которой серьезные планы не на одно десятилетие. И то, что мы сейчас имеем в наших руках, это очень ценно. Обесценивать это не нужно. Это, наверное, то же самое, чтобы вам предложили, я не знаю, сколько там лет назад, стать партнером, скажем, Букинга. Когда сейчас вы понимаете, что практически каждый второй путешествует, используя Booking или Airbnb, например, да?
То есть это гениальная возможность сейчас находиться вот в этом проекте и продвигая этот проект, еще хорошо зарабатывать. От каждого путешествующего, от каждого человека, который отправляется в круиз через наш клуб, мы зарабатываем. Можете себе представить эти объемы и что нас ждет еще впереди? Поэтому у вас сейчас есть такая возможность связаться со мной. Я вам расскажу более подробно, как это работает, и смогу вас познакомить с теми, так сказать, фактами, которые подтверждают нашу легальность, нашу надежность, нашу, так сказать, репутацию. Потому что прежде чем принимать какие-то решения, заниматься каким-то делом, я считаю, что необходимо всегда научиться разбираться. Вы знаете, у нас люди странно устроены, особенно вот у нас в Украине, когда говорят тебе там принеси $10, получишь 2000, не делай ничего, да? Они с удовольствием туда несут деньги. Они не пытаются даже разобраться. Вернее, как, они как-то догадываются, что это может быть что-то не то, но не пытаются разобраться. Разбираться нужно уметь. И нужно понимать, на что вы тратите самое ценное в своей жизни, это ваше время. Вы знаете, мне очень хочется, чтобы большинство моих друзей, знакомых, родственников, моя мама, мой сын, мои родные и близкие, чтобы они смогли еще насладиться вот этой роскошной атмосферой, такими шикарными поездками. Поэтому приглашаю всех в наш круизный клуб «Инкрузес», международное сообщество любителей не только путешествий, а сообщество, которое живет другим стилем жизни и показывает этот стиль жизни всем, всем желающим. Рассмотрите эту возможность. И путешествовать, и иметь свой бизнес в онлайн, заниматься им с любой точки планеты, и увидеть весь мир, и быть с нами вместе. Всего доброго, до новых встреч. Пишите, звоните и не теряйте времени. У нас жизнь очень ограничена. До новых встреч.